эмоции чисто положительные. Мне, конечно, это нравится. Это имидж Минск. Это как хорошая зона отдыха для молодежи. Это как фотозона. Я только за. И пусть их будет побольше. Идем мы позавчера, а дерева нет. И оно появилось. Оно красивое. Очень красивое. Оно сверкает. Да. Вот. Оно греет нашу душу. Иду как раз сфоткать красоту эту. Мне нравится. А кто это сделал, интересно. Мало таких штук у нас, но есть еще на автозаводской. Вроде бы трактор стоит или что-то в этом духе. Мне это дерево напомнило вот буквально минут 5 назад во «Властелине колец» дерево в Белом замке, когда оно горело прямо. Ну и еще дерево из мультика «Буратино» тоже запомнил. Вы так завороженно смотрите. Нравится дерево? Да. Очень красивое дерево появилось в Минске. Не смогла пройти мимо. Приятно любоваться. Хотелось бы побольше такой красоты в городе. Особенно в такие дождливые дни. Все, что красивое и украшает город, все хорошо. Красиво? Очень красиво. Интересно, если бы в каждом районе Минска было что-нибудь тематическое, то есть вот ассоциация с каждым районом. Нравится вам? Ага. Какие бы еще хотели фигуры видеть в Минске, помимо дерева? Ежа. Ежа? Да, почему? Индюка. А почему ежа? А вы знали, что еж стал символом чемпионата мира по хоккею 2021? Нет. Вот. Может быть, поставят? Договорились.